В этом видео мы побываем в очень страшном доме на кладбище, который окутан жуткими легендами, и даже поговаривают, что там живет нечисть. Но мы решили не просто прийти туда, а пройти настоящий квест, который подготовили профессионалы. Hey, what's up, ребят? И сегодня мы с пацанами решили проникнуть вот в этот вот страшный дом, который находится на кладбище. Короче, парни, мне сказали, что в этом доме давно никто не живет, и он супер-мега заброшенный. Пацаны, я очень много читал про этот дом в интернете, и согласно легендам, тут живет граф Дракула. Даня, какой граф Дракула? Его не существует, успокойся, расслабься. Да в смысле? Ты всегда какие-то байки придумываешь, успокойся. Мы сейчас пойдем и проверим. Да пацаны, может реально не пойдем? Я не хочу туда идти. Пойдем. Да посмотрите на него. Даня, когда мы договаривались вчера, ты был за. Погнали. Да. По легендам, вот этому дому 350 лет. А вообще, после кладбища у меня всякие неудачи происходят. У меня кошмары постоянно снятся. И вообще какая-то дичь происходит в последнее время. Да ты просто еще маленький, тебе подрасти надо немножко. Ты просто веришь в это все. Ничего не происходит, все всю жизнь такое было. Даня, как раз здесь и избавишься от своих страхов. Ну я не уверен. Ну, знаешь, каждый должен его побороть. О, вход? Это вход? Ну да, наверное. Может, реально не пойдет туда посмотреть? Сколько этого двери лет, смотрите, тут все сгнило просто. Погнали искать вход. Реально, я так надеюсь, что... Что это? Здорово. Привет, Джон. Это манекен. Даня, это живая рука, смотри. Да не живая. Она жива. Пошлите, пацаны, я нашел вход. Так, ну эта дверь выглядит самой красивой здесь. Тут есть звоночек. Пацаны, вы уверены? Давайте позвоним, если никто не открывает, тихо, мы уходим. Тихо, тихо. Современный Дракула, как ты говоришь, да? Позвони ему сам. Давай. Ты же знаешь, как с Дракулами говорить. Слушай, вампир! Ну ладно, давайте просто попробуем... Так, пацаны, ну никто не открыл, мы сами зайдем. Мы как бы в чужой дом заходим. Воу. Аржан, иди первый. Смотри, сколько там паутины. Чувствуете, здесь еще какой-то запах такой тухлятины. Да, ну может из-за того, что потолок сгнил. Или Дракула, чтобы готовить. Да все, не пугай. Пацаны, пока не поздно, я вам говорю, побежали отсюда все, быстрее. Мы уже решились, да мы нет, заходим. Даня, заходи. Нет, я первый не пойду. Пацаны, готовы? Я открываю. Давай, давай. Пойду. Не открывай, ну не открывай, ну давайте выходим. Кто тут, пацаны? Пока не поздно, стой, пацаны, стой, 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 пацаны, спокойно, подожди. Побежали там к Дракуле, я же говорил, он существует. Иди сюда, не бойся. Я не пойду туда. Иди посмотри, он нет. Настоящий. Здорово. Ну что, парни, рад приветствовать вас у себя в доме. Или как там по-вашему? Хай-хай, Дракула тайм. Здравствуйте. Здрасте, а мы тут к вам видео приехали посевать. Это пацаны, да, не сюда, иди сюда. Я не пойду он туда. Он больше всех боится. Скажите, да, иди, поздоровайся. Ты Дракулу куда-нибудь видел? Слушай, я не страшный. Смотри, обычный чувак в шляпе. Ну, потрогай меня. У тебя зубов нету? Нету. В кармане кровь, нашу. Ты кровь не пьешь? Нет. Иди сюда. Нормально. Знакомься. Давай, давай. Хай! Током просто. Чего ставите? Проходите, покажу вам свой особнячок. Апартаменты, у меня много этажей. Давайте за мной. Погнали. Ой, капец. Пацаны, он исчез. В смысле? Его нет, он только что просто испарился. Может, ты слепой? Ну, это да, но его нет. А где он? Заснимаю тебя. Даня, спокойно. Да, да ты его надоели пугать. Раз он пригласил, нам нужно идти, пошлите. За что Дракула существует? Прикольно, на самом деле, выглядит интерьерчик так. Блин, вот смотрю на весь этот дом стрёмный, и мне пришла такая прикольная идея в голову. Что если нам вместе с Егориком снять какую-нибудь коллаборацию? Например, поехать в Чернобыль вместе с ним и там снять какой-нибудь ролик стрёмный. Какой Чернобыль? Лёха, ты с ума сошёл? Это ж будет вообще разнос. Блин, ну да, но Чернобыль, радиация. Крутая коллаборация. Да, но Чернобыль, риски велики. Но зато какой классный ролик может получиться. Ребята, давайте знаете что? Если под этим роликом соберется 400 тысяч лайков, то мне кажется, это будет сигнальчик для Егорика, чтобы мы вместе с ним сняли этот ролик. Ты как думаешь? Стой, подожди, давай не 400 тысяч, а 402 тысячи. 402 тысячи лайков? Да. Егор, собирается 402 тысячи лайков, и мы снимаем вместе с тобой в Чернобыле ролик. Как ты? Я уверен, что ты за. Ну а вы, ребята, просто должны спуститься вниз и поставить ваш лайк. Страшно будет? Ну, как по мне, будет круто. И там реально эти мутирующие там собаки и лошади двухголовые. Блин, просто разнос. Да, это жесть, конечно. Ладно. Смотри, что там дальше. Так, давайте я посерединке. Тот, кто посерединке, тот женится. Цепи. Реально цепи. Это место замков, цепи. Ладно, пацаны, пошлите зайдем сначала в первую дверь. Погнали. Сюда. Что это было? Я туда не пойду, пойдемте выше лучше. Ладно, погнали вверх. Жестко. Вас вообще не смутило то, что она сама закрылась? Да ничего страшного. Да это какие-то по-любому приколы. Или ветер. Ой.
Здрасте. А мы вас видим. Здрасте, тут это ветер, да, парни, реально. Спугались? Да нет. Да. А не бойтесь, поднимайтесь. Я люблю иногда полазать по потолкам, знаете. Нам прикольно. Нам выше, да? А вы спите вниз головой тоже, да? Ну да, как летучка, оп. О, у вас такие картины красивые. Мамка рисовала. Кровью. Да шучу, идите. Ладно, а куда идти? Ну вы наверх, а я через окно залечу сейчас. Пацаны, он очень стрёмный, вы чё? Да успокойся, нормальный чувак, веселый, классный. Ага, ну, с такими намеками какими-то. У него очень смешная шляпа, мне очень нравится. Да, кстати, прикольно, надо будет у него попросить для фоток пофоткаться. Сколько тут этажей, я задолбался подниматься. Я уже тоже заколебался, такое чувство, что мы бесконечно просто поднимаемся и все. Ну, может быть, это какая-то... Это какая-то иллюзия. А вы заметили то, что тут света все нету и нету, темнее и темнее? Артём, вруби свет, ничего не видно. Да, лучше свет включи. О. Спасибо. Офигеть. Пацаны, я туда точно не пойду. Смотрите, какой-то красный фонарь. Пацаны, это не к добру. Давайте этот свалим отсюда, пока означает, не поздно. Это означает, что нам нужно заходить туда. Нет, пацаны, давайте уйдем. Да нормально. Да нет. Пожалуйста, надо идти. Да нормальный чел. Пацаны, как она трясется, почувствуешь? Привет. Ну, если здесь красный фонарь, то это знак, что нам надо туда зайти. Ну все, кто первый? Ну ладно, пошли все вместе. Так. Мне кажется, эту комнату не убирали 300 лет. Чё, погнали домой? Да, все нормально. Посмотри, у него даже есть телефон, можно позвонить. Это похоже... Да! Это мой первый телефон, парни. Я тут очень давно живу. Здрасте. Так что даже здрасте. Бывает одиноко иногда. Хватит. Я тоже рад, пугать. Что вы пришли ко мне. А это ваши родственники здесь? Это родственники, это все, с кем я учился. О, это походу он когда голодный. А для чего у вас свечки? Ну, чтоб теплее было. Ну, так теплее со свечами. Да, я заметил холодненько. А чего вы тут не убираетесь вообще? Ну, мне кажется... Где он? Блин, мне кажется, он работал мойщиком окон и просто сейчас пошел в другое окно мыть. И все, пацаны, не беспокойтесь, все нормально. А где он? Это мы уже сами себе придумаем, какие-то странные истории. Блин, все. Пацаны, давайте сваливать отсюда, быстрее уезжать! Пацаны! Да ну что такое? Психолог, да вам вообще надоело. Да интересно, интересно. Посмотри, у него какие модные штучки есть. О, нормально. Ой, похоже на каратистки. Тогда. Что там написано? Укушу. Укушу. Это же пояс по самому сильному укусу в мире. Да успокойся. Да, ты надоел себе придумывать. Это уже как-то стрёмненько было. Это уже реально не шутки были, пацаны. Сквозняк, да, пацаны? Нет, это уже не сквозняк. А может и сквозняк? Дай-ка. Открой, Лёха, давай. Блин, её, походу, заперли. Ладно, ну, нам нужно только вперед идти, мы уже назад не сможем выйти. Да, так надо найти. По-любому здесь должен быть какой-то рычаг, если это испытание. Пацаны, давайте сваливать отсюда быстрее. Дань, подожди, только не психуй. Ты понимаешь, что ты своими психами все сбиваешь здесь? А что это было вообще? Мы на четвертом этаже, мы через окно не уйдем. В третьем вроде. Давайте, может, втроем попробуем ее открыть? Давайте выбьем. Втроем сильнее, так. Бери снизу, я сверху, а ты давай еще ниже. Давай. Давай тянем. О, парни, опять что-то дверь заела. Опять здрасте. Ну, спасибо, что помогли. Слушайте, раз уж вы это в моем зале славы, давайте, может, ТикТок с вами снимем? ТикТок? Блин, а вы шутник, конечно. ТикТок знаете, что такое? Конечно. Давайте. Давайте, у кого лям на ТикТоках есть хотя бы, тот и идет. Ну, пацаны, вообще-то мы команда, давайте вместе снимать. Мы тройной такой ТикТок снимем, четверной. Ну, давай. Окей, давай. Давайте. О, ну тут проблемочка у нас. Как тут с ним? Сегодня без ТикТока получается. Получается, да. Может, у вас посовременнее телефон есть? Не, только тот. Значит, ТикТок не снимаем. А, Даня, давай на твой снимем. На мой? Сделаем подарок Дракуле. Точно сделать? Да, ну, классно, нас отпусти тебя. А какой вообще ТикТок хотите снять? Под какую музыку? Какие у вас там вкусы? Может, 70-е, там, 20-е? Да можно вашу любимую песню. Давайте-ка. Сейчас покажу крутой ТикТок. Так, ну если вы знаете, что такое ТикТок, значит вы и знаете, что нужно делать, да? Ну я понял, танцевать. Да, просто двигаться. 3 секунды. Так, ты первый, да? Залетай, первый. О, прикольно! Нормально тогда. Блин, прикольно получилось. Нормально, да. Классно. А, где он, пацаны? Блин, он опять исчез. Да. Дверь, держите дверь. Давайте же. О. Все, куда? Давайте сваливать отсюда быстрее. Сваливаем. Все, погнали, погнали. Вызываем такси, уезжаем. Куда подальше? Не, мы не уезжаем. Короче, пацаны, мне кажется, не о чем беспокоиться. Тише. Ой, что это, лестница какая-то тут? Что это? Кровь, Даня. Это не кровь, это красная кровь, краска. Даня, кровь. Не, это краска. Ладно, на самом деле, мне кажется, обманщики. Что это такое? Шкафчик, наверное, какой-то. Тут нет ручки.
О, там, наверное, его гардероб сейчас будет. Тихо. Так, я приоткрыл. Открывай. Давайте резко откроем. Не медленно, а резко. Давай, погнал. Раз. Раз, два, три. Ой, это такое! Я туда не хочу идти! Пацаны, это походу ванная его. Короче, давайте кто-то останется здесь и сторожит дверь, чтобы она чурния, не захлопнулась. Чурния. Давай, пацаны, я сторожу. Давайте вы напишите в комментариях, что там, а если вы угадаете, я вас лайкну. Что там? Что там? Стас! Стас! Да я пошутил, пацаны, все нормально. Ребята, обязательно поставьте прямо сейчас лайк, потому что мне кажется, это сделать получится очень крутым. Все, давай закрываем дверь и все. Ух ты! Мы просто посмотрели, как там у вас дела, и все, в принципе. Нормально? Классный душ. Офигенно. Согласен, парни, может, проголодались, я приглашу вас покушать. О, Даник у нас любит покушать, иди. Я люблю кушать, но я хочу домой. Да ладно, пойдем. Ну, у меня встреча в 4, надо срочно ехать. Да там много вкусненького, что ты в самом деле? Пирожки, да? Пирожки есть. Ну, иди, Даня, иди. Мы на месте. Ладно, приглашаю вас на свою кухню. Нифига себе. Покушаем. Леха, офигенно. Может, конфетками перекусим? Да нет, Даня, там мясо есть, по-любому какие-нибудь фрукты. Сейчас энергии пополним и пойдем дальше смотреть его комнату. Может, лучше пойдем? Погнали. Нифига себе! Тут явно какой-то клипон снимать можно. Парни, приглашаю вас к столу. Занимайте места. Леха, ты видел его зубы? Это обычные зубы, тебе галюны уже, успокойся. Да нет. Кушай. Честно вам сказать, это не очень аппетитно выглядит. Вообще, чем-то так воняет, чувствуешь прям вообще, как будто кто-то сдох здесь. Фу. Ну, если вам не нравится основное блюдо, тогда я предлагаю перейти к десерту. Десерт? Да, сейчас принесу. Странный Леха. Тип, конечно. Какой. Давай сваливать, я готов уже в окно выпрыгнуть. Тортик какой-то, давай поедим. Какой и тортик? Хорошо? Да, обещаю. Обещаешь. Обещаю. А сейчас, друзья, мое самое любимое блюдо. Мое самое-самое вкусненькое. Бон аппетит! Пацаны, я такое у Влада А4 видел. Пацаны, вы нормальные? Я просто хочу домой. Давайте уедем отсюда. Пацаны, я просто за ним проследил и спас себя тем, что предложил ему снять пранк. Он там какую-то вообще дичь творил. У него там комната есть полностью красная, в какой-то крови. Может, это сок, но я не знаю. Парни, приглашаю вас за стол. Давайте продолжим нашу трапезу. Мы уже наелись. Да, я тоже поел уже. Желудок. Тогда предлагаю продолжить нашу экскурсию. За мной. Блин, Артем, ты куда пошел? Ё-моё, что это? Пацаны, мы определенно не туда зашли. Офигеть, посмотрите, это похоже на спальню моего. А реально, это под его спальню? Ну, он вот так вот цепляется здесь так. Пацаны, давайте свалим. Чё за херня? Пацаны, давайте сваливать, я не шучу, что это такое? Смотрите, это походу... Спасайтесь. Есть только один выход. Победить в его игре. Чё за херня? В какой игре? Ты же не понимаешь, о чём он. Вы будете играть на свои жизни. И если вы проиграете, вы останетесь здесь навечно. Пацаны, валить надо, быстрее! Ребята! А что вы тут заблудились, что ли? Ха. Пойдемте со мной, я вам еще очень одно интересненькое место покажу. Пойдем, пойдем. Ладно, пошлите, пацаны. Я не пойду. Да, другого выхода нет, Даня. Другого выхода нет, пойдем. Да ну нафиг, ну пацаны, давайте валить. Играть по его правилам, а то нам не выжить. Блин, пацаны, мне кажется, картина говорила правду. Успокойся, это все голограмма. Блин, ну тут прикольно. Красный такой туман. Смотри, какой потолок классный. Не, ну здесь вообще какая... Это что? Ну что, парни, вот я и помог вам снять видосик, правда? Приветствую вас в своей самой любимой комнате в игровой. Ну что, поиграем? Ну, в принципе, вы уже помогли снять видео, поэтому мы, наверное, уже поедем, да? Да, его еще смонтировать надо, опубликовать, там столько всего делать надо. Куча времени, да. Да.
Вы никуда не уйдете, пока не сыграете со мной в мою любимую игру. Блин, походу, та картина это была правда. Пацаны, я говорил то, что надо было ходить. Я говорил то, что картина не врет. Я говорил все. Уже ничего не справишь. В общем, мы готовы принять участие в вашей игре. Отлично! Но если вы проиграете, вы останетесь здесь. Навсегда. А мы не проиграем, мы профессионалы в играх. Давай, согласны? Давай. Да. Любую игру. Давай, любую. Мы не проиграем, мы во всех играх побеждаем, так что мы готовы. Классно. Тогда выбирайте игру. Опа. Карточки? Снова эти карточки. Это как нам готовит команда, типа пофиг, фигня какая-то будет, давайте. Стоп! По очереди. Ага, первый. Стас, какая игра досталась тебе? Откуда за твое имя? Мне досталось камень, ножницы, бумага. Ты что, слепой, читаешь, что написано? Ладно, пацаны, я хотел, не получилось. Сон Дракулы у меня. Давай сюда. Выпьешь это и уснешь. А не выпьешь, проиграешь. Стас, выпей половину. Пацаны, я не знаю, что это такое. Я не смогу это выпить. Я тоже. Ой-ой-ой! Блин, пацаны, я не знаю, что это такое, но я пью, короче. Закрой нос. Часики тикают. У тебя осталось 30 секунд. Сколько? Да какое время? Не было в правилах такого. Там просто написано сон. Уже 26. Стас, няшка. Как тебе? 5, 4, 3, 2, 1. Ха! Мужик, ты выпил это! Давай 5. Ну хорошо. Леша, а что досталось тебе? Откуда у тебя это имена все? Нет! Забирай свою. Мертвый дом. Я как раз потерял свои ключи. Не поможешь достать? Да, Леха, это, походу, та же жидкость. Она все красная. Но я уже пить не смогу. Сколько у него времени? Что это такое? Да пофиг, тебе туда самое главное руку засунуть. Давай. Ха! Не та банка! А не та! Леха, давай быстрее, у тебя время очень мало! Ой, фу, что это? 15 секунд. У меня время по-своему течет, уже 10. Вот-вот-вот, Леха нашел! 9. Вот это такое ощущение, что я какие-то кишки отрезли. 5, 4. О, спасибо. 300 лет не мог его достать. Даник, теперь твоя очередь, но, братан, если мы смогли, то ты точно сможешь. Да это вообще какой-то выбор, Даник. Выбор вампира у меня задание. Выбор вампира? Твое задание – просто сделать выбор. И вы все отсюда уйдете. Даник, все на тебе. Он сказал, что просто выбор, ты можешь любое выбрать, наверное. Любое яблоко? Все зависит от тебя, Даня. Может, божья коровка знает, куда мне ползти? Она поползла на зеленое. Даня, это по-любому знак свыше. Божья коровка, она же божья, значит, все нормально. Бери зеленое. Подожди, стой, а если красная, это... А может, это постанова какая-то? А если и красная, типа, это да. Вампир? Типа, вампира надо выбрать. Да, пацаны, я не знаю, какой выбрать. Они почти одинаковые. Одно красное, второе зеленое. И вообще не знаю, что. На одной только... Божья коровка. Остается 10 секунд. А пацаны, давай. Какой брать? Короче, давай сам. Давай, Каня, ты сможешь. Ты с божьей коровкой, все, я взял. Ну, не божья коровка прям. Ты сделал правильный выбор. Да! Все, это получается, что мы победили и можем идти? Конечно. Нет! Вы остаетесь здесь навсегда! Что?